Безусловно, ситуация будет меняться. Вопрос только в какую сторону, в лучшую или в худшую. Потому что потенциал научный, потенциал технический с каждым днем ухудшается. Мы, к сожалению, не выращиваем новые кадры, мы не создаем новых гениальных ученых, техников, конструкторов. Поэтому ситуация, конечно, будет меняться. Насколько эта катастрофа со спутниками ГЛОНАСС закономерна? Думаю, что закономерна, потому что вся сама программа освоения космоса через вот систему ГЛОНАСС, она воровская. Она началась как пилильная фабрика такая, она продолжалась как серия неудач, обусловленных только тем, что деньги, которые должны были бы пойти на эту программу, они просто нещадно разворовывались, как, в общем, и многое в оборонном комплексе. И несчастный человек Рогозин, который уже не устает повторять, что примет серьезные меры и что эта тенденция будет скоро переломлена, я боюсь, что мы с вами не в ближайшее время дождемся этих позитивных перемен.